«Не сломай судьбу свою». Именно под таким девизом в Чебоксарах среди школ Калининского района проходил конкурс стенгазет и сочинений антинаркотической направленности. В течение 2 недель школьники, лицеисты и гимназисты рисовали и писали о пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека. Инициатором конкурса стала прокуратура Калининского района города Чебоксары. В управлении образования с удовольствием эту инициативу поддержали. Я думаю, что конкурс он состоялся. Это впервые в такой форме взаимодействия прокуратуры и образовательных учреждений. Работу оценивали также и сотрудники управления Федеральной службы наркоконтроля по Чувашии. Я читала каждое сочинение. А сочинения настолько глубокие, настолько раскрыты темы, я была поражена откровенностью детей, которые раскрывают эту тему. Конечно, все работы склонялись к здоровому образу жизни. Были даже такие сочинения, где дети рассказывали о своей трагической судьбе. Мы эти работы возьмем в электронном варианте, будем их использовать в дальнейшей работе при написании различных методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Победителей оказалось немало. В каждой возрастной группе 3 места. Отличились ребята из 38-й школы. Их представитель поднимался на сцену за дипломами победителей. Чаще всего в их копилке 5 грамот. Всем, кто предоставил свою работу на конкурс, вручили сертификаты участников. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.